Друзов, я режиссер, постановщик и хореограф этого спектакля. От имени всей постановочной группы я приветствую вас сегодня на генеральном прогоне нашего спектакля. Хочу сказать, что все артисты впервые сталкиваются со зрителем. Им хотелось бы проверить на публике реакции, которые вызывает их работа. Этот большой коллектив, в который входит достаточно большое количество людей, сегодня впервые показывает свою работу, и этот вечер для них особенный. Они все очень волнуются, и, безусловно, им очень важна ваша реакция, ваши аплодисменты. Мы вас очень просим, не стесняйтесь, пожалуйста, как можно больше людей. Это не эксперимент. Этот спектакль с большим успехом идет во многих городах России и за рубежами нашей Родины. И вы увидите сегодня авторскую версию спектакля, потому что автор музыки, продюсер, известный наш композитор российский Ким Саш Брейдбург, он принимал непосредственное участие в постановке этого спектакля. И он сейчас в зале. Поприветствуйте его, пожалуйста. Я не буду перечислять сейчас всю постановочную группу, мы это сделаем после того, как вы посмотрите спектакль, в конце, после поклонов, вы увидите всех постановщиков спектакля на сцене, и тех, кто принимал, помогал нам в постановке этого спектакля. Наверное, надо сказать слова благодарности дирекции филармонии Людмиле Георгиевне Косырской, она сегодня тоже присутствовала. За ее энтузиазм, с которым она эту работу сделала. Можно сказать, что она уже сделана, потому что вы сегодня увидите абсолютно готовый спектакль. Премьера этого спектакля официально завтра. Но спектакль абсолютно готов, и вы увидите сегодня полностью ту версию, которую завтра увидит премьерный зритель. И слова благодарности за поддержку, конечно, надо сказать министру культуры Свердловской области, который тоже сегодня здесь, Павел Владимирович, в зале. Да. Мы, постановочная группа спектакля довольно много выпускает в год постановок, и мы часто встречаемся с разным отношением. Дирекции театра и руководство города к постановке, которую мы делаем. И надо сказать, что у вас в городе мы встретили самое глубокое понимание со стороны руководства города и со стороны министра культуры тому проекту, который сейчас вы увидите. Это все-таки Александр Сергеевич Пушкин. Мы понимаем, что в этом есть и частичная какая-то миссия пропагандистская, такая литературно-просветительская, для молодежи, которая посещает детскую филармонию и будет посещать, я надеюсь, в будущем этот спектакль будет идти в течение нескольких лет в филармонии, и он найдет своего зрителя, найдет свой успех. Мы вас благодарим, что вы с нами. Спасибо огромное, приятного вам просмотра.